Анонс и точная дата выхода 3 и 4 серии нового сериала «У каждого свой обман». 3 и 4 серия сериала выйдут на телеканале СТБ 7 апреля. Напомним, по сюжету сериала талантливый врач-гинеколог Лиза Лапшина просто обожает детей, но сама не может их иметь из-за больного сердца. Именно поэтому начальство тоже не решается назначить ее на должность руководителя, так как огромная нагрузка и постоянные стрессы могут сильно повлиять на слабое здоровье женщины. Лизина конкурентка всеми способами пытается устранить ее с дороги, но должность все-таки получает Лиза. Как-то раз женщина получает страшную весть. Автомобиль ее мужа, уехавшего в командировку, обнаружили в реке, но самого мужчину не нашли. С этого момента судьба Лапшиной странным образом пересекается с молодой и красивой актрисой Мартой Дали, грезившей об успешной карьере кинозвезды и интересующейся только исключительно кастингами, ролями и киносъемками. Жизни двух женщин никогда больше не будут такими же, как и прежде. Напомним, 3 и 4 серия сериала выйдут на телеканале СТБ 7 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Желаем всем 36,6.